слез с крыши и решили к бане собрать веники. И вот собираем свежие веники, срезали с березы вот такие вот веточки. И кто присутствует прямо здесь, мы сейчас работаем. Это я, моя жена, старший сын и курочка. Вот она постоянно с нами. Тоже работает. Да, курочка? Ну, раз она с нами, у некоторых бывает кошки, собаки, и дают кличку. И мы тоже курочке дали кличку. Маруся. И вот мы говорим: Маруся, Маруся, иди к нам. И она приходит. Да, Маруся? Вот видите, я говорю: Маруся, Маруся, она пришла. Да, привет, Маруся. Смотрит прямо на меня. Отвлекается. Теперь, вот смотрите. Собранные веточки в пучок. Я сейчас их начну завязывать. Беру 2-3 веточки и простой узелок. Сильно не затягиваю. Маруся, проверь вот этот веник, пожалуйста, проверь. Хорошо завязан, проверил, да? И отрезаю, ну, длину любую. Вот, отрезаю. Теперь беру, вот Маруся палочку взяла, накручиваю и уже затягиваю. Затягиваю ветки между собой, чтобы хорошо сплелись. И вот так вот делаю, а сам тяну вот эту палочку. И вот таким вот образом стягиваются все вот эти вот веточки. И пустого места не будет. Все. А теперь буду спокойно завязывать. Потому что вот этот вот конец прочно держится. Вот смотрите, завязал. Хорошо-то как. И еще раз продену. И вот таким вот образом завязал. Вот так. И, конечно, можно завязать между собой и повесить на гвоздик. Теперь беру опять то же самое. Беру 2-3 веточки без разницы и завязываю. Теперь режу определенную длину, неважно там сколько. Ну, вот такая вот, если по локтю смотреть, ровно 50 сантиметров. Накручиваю на палочку и начинаю стягивать все веточки, двигая их таким вот образом, а сам тяну туда, вот видите, туда тяну. И начинаю стягивать все. Вот таким вот образом образовался березовый веник для бани, потому что к нам скоро приедут парильщицы, женщины, человек 20. И вот готовим эти веники. Они приедут и будут париться. И таким вот образом следующий веник будет готов, который я сейчас свяжу. Вот смотрите, веник перетаскиваю. Тут жене говорю: почему столько мало? Она говорит: так мы женщины, у нас ладонь маленькая. Если ты сделаешь, она будет, ладонь наша, не обхватывать веник, а вот таким вот образом. Ты нам наделал, хватит. Я буду, говорит, определять, какая должна быть ручка толщиной. Последняя вязка. Локоть, пальцы, ножницы, палочка, кручу, верчу. Нежелательно друг на друга
И вот смотрите, оборот первый, и только затягивается. Главное, чтобы все эти вот веточки были. И вот смотрите, опять не складывается вот так вот нитка, а опять рядом. Вот теперь можно и вот эту веревочку вот сюда сделать вот такое перекрестие. Все, сделал. Все. Классно. Все. Эту работу я сделал. Веники здесь, одним концом к этому пеньку. Жена вот, вот сюда, жена еще выше. И вот таким вот образом. Потому что когда рубишь, вот эти вот маленькие веточки, они разлетаются. А таким вот образом они наоборот собираются. Видите, вот здесь они остаются. Кидаю. И таким вот образом опять кидаю. Там жена что-то удивляется. Вот смотрите. Так вот. Может еще жена выше сделать. Все веточки вот сюда. И таким вот образом. И теперь их нужно развесить в какое-нибудь темное место. А темное место, конечно, у меня есть. Это на чердак этой же бани. Там их буду развешивать. А развешивать их я вам сейчас покажу, как я их буду развешивать. Смотрите, веревочка и веревочка. Я эти две веревочки могу вот таким вот образом завязать и таким вот образом подвесить. Можно один веник подвесить, а можно два веника вот таким вот образом подвесить на один гвоздик. И все.